Всем привет, ребята! Меня зовут Ирина Ясинская, и сегодня мы заказали в Darknet мистический квест с Фредди Крюгером. И прямо сейчас он стучится в нашу дверь, и он принесет нам задание, которое необходимо нам с вами выполнить. Здравствуйте, мои дорогие любители игр. Я обожаю игры, особенно если игра не на жизнь, а на смерть. Я готов полакомиться вашими душами. Азарт игры лишь подогревает мой аппетит. В этом конверте первая подсказка. Я очень надеюсь, что вы проиграете. Если вам не трудно, подойдите ближе и возьмите этот конверт. Не бойтесь. Смелее. Если вы найдете ответ, я сохраню вам жизнь. Игра началась. Итак, ребята, Фредди Крюгер передал мне какой-то конверт, и здесь написано: «Я обожаю играть, особенно если игра не на жизнь, а на смерть. Я готов полакомиться вашими душами. Азарт игры лишь подогревает мой аппетит». В этом конверте первая подсказка. Если вам не трудно, подойдите поближе и возьмите ее. Не бойтесь, смелее. Если вы найдете ответ, я сохраню вам жизнь. Игра началась. Итак, ребята, эти слова произнес Фредди Крюгер и принес этот конверт. Но подсказки никакой я здесь не вижу. Возможно, что-то осталось еще в конверте. Что? Смотрите, здесь стали цифры какие-то. Один знак вопроса. И все комнаты стали пронумерованными. Смотри, какая-то подсказка должна быть. Нужно посмотреть в конверте. Есть тут что-нибудь еще или нет? Так, здесь какой-то маленький кусочек. Это QR-код, Дим. QR-код. У меня на телефоне есть программа, которая считывает QR-коды. Давай быстрее, где телефон? Мне нужен мой телефон. Сколько у нас время? Итак, ребята, я скачал приложение, которое может сканировать QR-коды. И прямо сейчас мы узнаем, что же здесь за подсказка. Красный. Здесь спрятано слово «красный». Красный? Красный. Что это может значить? Красный. Погоди, а на конверте что-то написано? Подожди, сейчас. Где конверт? Нет, вот это. Смотри, здесь красным отмечено первый конверт. Первое слово зашифрованное было слово «красный». Я так понимаю, ребята, сейчас нам необходимо отыскать вторую комнату. Это комната номер 3. Так, 4, 5. Комната номер 2. И здесь конверт. Что здесь? Да. Здесь написано на уголочке, значит, второй конверт. Открываем. Итак, ребята, здесь задание. Нам необходимо зайти в комнату номер 2. О, боже! Дим, здесь какой-то, я не знаю, челлендж. Это что? Это какая-то мука в тарелках. 1, 2, 3. И кости, игральные кости. Сейчас я прочитаю, что нужно сделать. Итак, Фредди Крюгер пишет: перед вами 3 тарелки с мукой. В одной из них спрятана подсказка. Можно лишь дуть, чтобы пройти это испытание. То есть я должна дуть на муку. Кидаешь кость, цифра, которая выпадет, и будет твой выбор. Так как здесь 3 тарелки, остальные цифры закрашены. То есть у меня есть вариант только 1, 2 или 3. Вот этот кубик, это кость. Задание засчитается, как только ты найдешь подсказку. Ах да, времени у тебя на все это всего лишь 1 минута. Отсчет начнется, как только ты бросишь кость. Так, правило вроде понятно. Нужно засечь время, потому что если мы не будем контролировать время, мы просто-напросто не успеем выполнить это задание. Дим, ты будешь следить за временем. Итак, ребята, я начинаю. Я бросаю кость. 1, 2, 3. И
Так, нет, я перебрасываю. Время идет. Мне никак не выпадает. Два. Где тарелка номер два? Вот, она начинает дуть. Боже! Я не могу! Сколько времени осталось? Ирина, прошло 15 секунд. 45 секунд. Нет! 20 секунд прошло. 40 там секунд. Там ничего осталось. Нет! Ничего нет! Один, один! Воды тоже ничего нет! Нет! Три было уже! Следующий сколько осталось? Да! 30 секунд осталось! Невозможно! Это невозможно! Давай быстрее! Есть подсказка! Мы успели! 40 секунд прошло! Все! Есть еще время! Давай сканируем! Все! Боже! Боже, это какой-то кошмар! Как ты, в порядке? Я чуть не задохнулась просто от всего этого. Я стала дуть не ту тарелку. А почему ты три и начала перебрасывать? У тебя почему? У меня все перепало. Мне надо было дуть в третью. Мы чуть не проиграли, ребята. Здесь нужно быть очень внимательными. Так, теперь я беру свой телефон. Мне нужно просканировать это слово. Что здесь за слово? Итак, идет сканер. Нет, он так не считывает. Слишком грязно. Давай, давай, давай. Давай. Что-то подожди, подожди. Не считывает. Я не до конца сдула, видимо. Главное, что я нашла тарелку с подсказкой. Читай, читай. Давай, есть слово. Клетка. Это слово клетка. Клетка. Что нам это дает? Красная клетка? Что красная надо искать? Красная клетка. Я не знаю, что это красная клетка. Фу. Так, нужно уходить отсюда в следующую комнату. Это была комната номер два. На конверте тоже на уголочке было написано. Комната номер два. Значит, следующая комната. Это комната номер три. Так, скорее, ребята, берем конверт. Что у нас здесь? Третий конверт. Заходим в комнату номер три. О, боже, здесь опять челлендж. Здесь стаканы с какой-то жидкостью. Итак, здесь кофе, здесь чай. Боже, этот томатный сок. Фу, отвратительно, я это ненавижу. Только не говори, что надо все съесть и найти на дне. Перед вами три стакана с жидкостью. В одном из них спрятана подсказка. Нужно выпить до дна, чтобы пройти это испытание. Кидаешь кость, кость и цифра, которая выпадает, и будет твой выбор. Задание засчитается, как только ты найдешь подсказку. Ах да, времени у тебя на все это всего лишь одна минута. Отсчет начнется, как только ты бросишь кость. Итак, ребята, вот у нас кость. Игральная, а может выпасть 1, 2, 3. Сложность состоит в том, что стаканы с жидкостью перепутаны. Здесь кофе, здесь чай, здесь томатный сок. Боже, из всего из-за этого я пью только чай. Я ненавижу кофе и томатную пасту. Это просто жесть. Томатный сок. Они стоят в разном порядке. 1, 2, 3. Поэтому я путаюсь. Когда у меня выпадает 2, я думаю, что второй стакан это. И это ошибочное решение. Поэтому я теряю время и пью ненужный стакан. Это просто жесть, ребята. В общем, сейчас Дима нажмет на секундомер, и игра начнется. Итак, раз, два, три, я кидаю кость. Итак, никакой. Время пошло. Угу. Первый стакан, первый, это вот этот. Боже, нет, мне придется выпить целый стакан томатный. Это невозможно, сколько времени? Прошло 15 секунд. Это невозможно, она противна. Давай прям на стол. Задание сказали, что нужно выпить. А мне можно выпивать? Я не могу это пить. Так, ладно, давай другой стакан пробуй. 30 секунд осталось. Там что-то есть. Там подсказка, все. Мы нашли правильный стакан с подсказкой. Я останавливаю. 46 секунд. Мы успели. Подсказка здесь. Боже, это настолько отвратительно. Ребята, вы просто не представляете, я ненавижу. Подожди, нужно аккуратно. Она немного намочилась. Мы можем лишиться подсказки. Она сканируется? Я не знаю. Нужно пробовать. Итак, скорее сканируем.
Так, ну. Блин, неужели у нас не будет подсказки? Этого просто не может быть. Давай. Считывайся. Ну, пожалуйста, этого не может быть. Да! Гематология. Что это означает? Что это за слово? Не знаю, гематология. Возможно, это какая-нибудь наука. Или что-то еще. Сколько комнат у нас еще осталось? У нас есть 3 слова. Где какие подряд идут? Первая, 3. Вторая, теперь 3, 4. Теперь четвертая комната. Четвертая комната. Конверт, смотрим. Четвертый. Заходим в четвертую комнату. Итак, загадка. В жаркий день самый желанный бывает. Что это может быть? В жаркий день самый желанный бывает. Холод. В жаркий день. С чего мы желаем, когда нам жарко? Мороженое, лед. Больше всего человек хочет... Пить. Воды. Вода. Это ответ — вода. Как узнать, правильный ответ или нет? Смотри, здесь огромный QR-код. Наверное, здесь можно проверить ответ. Ответ. Правильно ли мы сделали ответ на эту загадку? Вода. Все верно, вода. Итак, теперь 5-я комната. Подожди, но здесь нет конверта. Значит, 5-й комнаты не существует, и задания не существует. Мы должны дать ответ. Итак, ребята, теперь нам нужно узнать из всех этих слов, что их объединяет, какое-то одно слово или действие. Что у нас было? Красный, клетка, вода и вот это слово гематология. Гематология. Сейчас я посмотрю в интернете, что такое гематология. Гематология – это наука. Наука. Подожди, гематология – наука. Красная. Что у нас может быть красная? Как вода. Подожди, это кровь. Наука. Это болезнь крови. Гематология изучает. Болезнь крови. Заболевание крови. Получается, что красная – это кровь. Кровь красная. Да. В ней больше всего воды. Она состоит из воды, кровь. Да, на 90%. Так, она красного цвета. В ней содержатся клетки. Клетки. Я вообще думала, что это другие клетки. Ну, красные, белые. Клетки. Все, мы все задействовали слова. Фредди Крюгер, наш ответ на мистический квест – это слово «кровь». Все верно. На этот раз вам повезло. Ваш ответ оказался верным. Я обожаю кровь. Именно это слово было загадано мной. Ваши жизни спасены, но это еще не конец. Я вернусь, и мы еще раз сыграем. Ребята, мы прошли мистический квест, и мы выполнили, мы прошли все испытания и выполнили задание, мы отгадали слово, это слово кровь. Но если вам понравился этот мистический квест, не забывайте подписываться на мой канал, ставить лайки, и до встречи в новых мистических квестах. Пока!